Привет! Сегодня какое-то 13 сентября, и я выбрался на рыбалку. Не знаю, сколько получится потом выбраться позже. Поэтому вот иду, взял с собой удочки, снасти, и пойду попробую половить сарган. Думаю, что в этом ролике будут также собраны все предыдущие рыбалки за это лето, коли я не выпускал. Там не получалось одно, другое, но некоторые кадры красивые, на мой взгляд, были. Поэтому я запущу, возможно, вставки будут и из тех дней, которые мне получалось снимать. Вот. Сейчас иду, у нас есть такая... место здесь, один мыс, попробую пройти туда, надеюсь, у меня это получится, если территории не закрыты. Вам предлагают все посмотреть, каким образом красивые такие места. Ну, надеюсь, что-то у меня получится сегодня поснимать. Ну, вот такая вот красота, просто вообще шикарно. Вот туда вниз море. Сейчас пойдем по сюжету. Он пришел на место. Смотрите, вот так вот туда. Красота. Я попробую покидать здесь. Ну, как бы думаю, что бычок, наверное, будет. Потому что камни красивые там такие внизу. Я вот тут возле берега пробовал закидывать и случайно, в общем, зацепило за пузо такого бычка. Наверное, слышали, может быть, есть бычок-собака. Он, в общем-то, такая форма у него некрасивая, такой вот. Да, там видно, не видно, такой вот. И у него ядовитый шип вот здесь сверху. Так что его, когда снимаешь, лучше снимать это в перчатках. Зараза дергается. Вот. Ну или каким-то образом там с помощью каких-то подручных инструментов снимать, чтобы не ужалил. Вот. Поэтому нужно быть аккуратненьким. Короче, добрался я до волнореза большого. Вот так он находится. Там яхт-клуб. Вон там красивенький. Половил рыбу, ничего не словил, даже отпустил то, что у меня было. Ой, щурюсь, потому что свет прям в глаза. Вот так вот сделаем. Да, так лучше. Загорел очень сильно, не сказать даже хуже, наверное, что сгорел. Давненько не выходил на природу, на море, на солнце так. И, видать, знаете, как подшмалился хорошенько. Ничего не словил, к сожалению, но зато хоть, как говорится, душу отвел.
какой-то маленький попался. И скорее так. Мы его отпустим. Еще и два съел. Ну что, я отплыл далеко от берега. Честно говоря, тут что-то не особо ловит, поэтому не боится. Поэтому плыву назад. Сейчас вытащу якорь. Вот здесь глубоко, но сейчас когда развернусь, то увидите, как далеко нас. Правда, не все то золото, что блестит. Здесь куча рыбаков, конечно, сидит. Но я не знаю, клев особо. Не сказал бы я, что он, что рыба здесь какая-то больше была, чем там то, что я ловил. Там как-то получилось у меня больше рыбы и больше рыба и больше клева. Еще есть такой фактор, который из-за того, что большая глубина, вматывается большое количество лески. И сама по себе леска, она имеет такое свойство немножко пружинить, что ли. Ну и получается более сама поклевка получается более более мягкая, более плавная, более долгая. Там меньше глубина, быстрее все видно, быстрее опускается крючок на место. Быстрее опустил, быстрее поднял, быстрее сменил наживку. По факту получается как-то вот так. С другой стороны, чистый спорт. Воздух, солнце и вода. Наши лучшие друзья. Сегодня у нас суббота, 25 июля. Мы сегодня приехали все вместе. Вера, я, Катя, Никита. Они на берегу. Я вот в море. Сейчас пойду выгружу все. Дети катаются, купаются. Лодки. Отвезут на глубину. А, потому что там неизвестно, там вроде как что-то возле берега вода не очень чистая была сегодня. Хотя в прошлые разы, когда мы приезжали с Верой, с Катей, то очень чистое, хорошее место было там. А сегодня что-то не очень. Ну что, я почти добрался до берега уже. Чуть-чуть отдохнул, поменял стороны. Ну, вот
так грёб. Потом сел лицом сюда, в смысле наоборот, лицом к берегу погрёб. Такие большие медузы плавают в огромном количестве. Такие с этими щупальцами висячими. Они, кстати, так жалят неприятно. Остаются такие красные пятна. Ну, жалят действительно. Потом проходит все. Не знаю, вам, наверное, не видно. Но здесь вода вот такая светлая, такая желтая. Это значит, внизу песок. А когда подплываем, вот там темное, даже видно. Это значит, что там камушки. И, в принципе, вот там можно ловить рыбу. Ну, потому что бычок, он в основном как бы прячется в камнях. Я здесь. Бычок в основном прячется в камнях. А вон там мои русалки купаются. Ну и вот черная, вот черная. Мам, я к тебе плыву. Ну здесь глубоко. Ну вот камни тут вот такие. Вот черные, да? А, ты вот так решил, да? На спасательном. А, не слови меня. Так. Вас снимает крутая камера. Тихо, тихо, тихо. Ты там можешь плыть? А мы в гости. Попался. Ну тихо, давай не брызгайся. Вон камера, видишь? Нет, на удочке. Давай я не плыву. О, хочешь я бутылку? Так, ладно. Делаем тогда вот так. Никита, уходи. Никита, сейчас. О, мам, я к тебе сейчас. Надо было кричать, лови. Улов не очень большой, но, видать, у всех небольшой, что рыбаки там. Ну как, небольшой. Я даже покажу. Давай я так, камеру. Опа, вот там. Так вот, видно там, не видно, видно. Ну, можно сказать, что можно сесть и хорошо поесть. Два раза. Два раза. Пришли на море, были в лодке. Когда плыли сюда, то был я с Никитой. А назад мы решили поплыть все вместе. Никита? О, Никита. Коко. А мы там по краевиду ползли. Вон где там Катя. А я тут посередине. Вот. Так вот. Что мы обратно плывем все вместе. Не надо. Не надо. Ты не знаешь, куда надо влекать? Правильно?